Ющенко по дешевке продал Саакашвили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и мощный радар 36D6. Радар засекал российские самолеты, а «Бук» стрелял по ним. Су-34 создал помехи «Буку», а на третий день войны поразил 36D6 и отключил грузинскую ПВО. Ту-160 – самый мощный и тяжелый боевой самолет в мире. Главный бомбардировщик-ракетоносец российских ВВС. Ту-160 пролетает без дозаправки треть экватора – 14 тысяч километров. Несет до 40 тонн вооружения. Долетает до Нью-Йорка за 3 часа. Одна его бомба тяжелее легкового автомобиля. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» с разделяющейся головной частью. Новый ядерный щит России. В марте первый полк в составе двух ракетных дивизионов заступил на боевое дежурство в Ивановской области. Дальность действия «Ярса» — 12 тысяч километров. В одной ракете 4 блока, мощностью 300 килотонн. «Ярс» постоянно перемещается по стране и потому неуловим для спутников. Боевые блоки невозможно распознать в облаке ложных целей. Взрыв «Ярса» сопоставим с 67 атаками США на Хиросиму. Одна РС-24 может уничтожить 3 Лос-Анджелеса сразу. Российский боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Командирская машина армейской авиации и морской пехоты. К-52 – это двухместная модификация легендарного вертолета К-50 «Черная акула». К-52 командует группой боевых вертолетов Ми-28Н. К-52 выполняет уникальную фигуру высшего пилотажа – воронку. Машина кружится над целью и непрерывно ее обстреливает. Бортовой ракетный комплекс вертолета – система «Вихрь» – способна за 3 минуты поразить до 12 танков. Воздушные цели К-52 поражает самонаводящимися ракетами Р-73. Бронетехнику К-52 обстреливает из танковой пушки 2А-42, такой же, как у Ми-28Н. Проект «Борей» — ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. До 2020 года военные заводы поставят для армии 8 таких подлодок. Одна уже готова. На Юрии Долгоруком испытывается новая ракета «Булава». Ядерный реактор нового поколения позволяет лодке погружаться на глубину 480 метров. Подлодка проводит в автономном плавании 3 месяца. По сравнению с лодками предыдущих поколений, она практически бесшумна. «Булава» – новейшая твердотопливная баллистическая ракета для подлодок проекта «Борей». 1 июля Минобороны заявила, что «Булава» готова к серийному производству. Командование в любой момент может поменять траекторию полета блоков. Ракета преодолевает любую перспективную систему ПРО. Из российских вод «Булава» долетит до любой точки на территории США или Китая. С-400 развертывается всего за 5 минут. За 4 минуты С-400 поражает 36 целей. С-400 сбивает даже ядерные боеголовки. Система обнаруживает самолеты-невидимки противника. Саблезубый охотник, подо мной Х-01. Гоним цель, подо мной Х-02. Пуск разрешаю.
До 2020 года армия сформирует 10 бригад оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Главный аргумент России в споре вокруг американской ПРО в Европе. Расстояние от Калининграда до Варшавы – 280 километров. Дальность действия «Искандера» – 500 километров. Ракета со скоростью 2100 метров в секунду долетит до Варшавы за 2 минуты. За это время морпех НАТО даже не успеет почистить зубы.